Не волнуйся, ты скоро выйдешь отсюда. Ты думал, что свободен? Твой друг так старался, но все напрасно. Ничего. Он все осознал. Я же говорил, ты не герой. Ты орудие. Ты узрел свой путь. Согласись, ты знал всегда. Да, проредим сразу. Хорошо. This will seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Да, только ты подобрался так близко. Только ты завоевал доверие. Только ты мог это сделать. Ну да, супер. Ты прошел проверку. Ты принес свою жертву. Но теперь ты один. И ты слаб. Ты знаешь, каков удел слабых. Проредить стадо – вот мой долг. И теперь я буду ждать тебя. Илай! Нет! Нет! Что ты натворил? Ты убил его! Стой! Ты тварь поганая! Выйди! Он тебе верил! Выйди! Я тебе верил! Это не он! Это Яков! Нет! Послушай меня! Это был Яков! Такое уже случалось! Ронни, Паркер, он убил их всех! Это мы его впустили. Ты найдешь этого подлеца. Найдешь его и убьешь. Или в следующий раз. Богом клянусь, я сама убью тебя. Вовремя ты пришел. Я уж думал, мне придется.
собрался самому идти за тобой. Решил, что ты расклеился. Но все же ты солдат. Слаб и эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. Ему нужно было лишь сдать мне своих ополченцев. Насколько бы всем было проще. Ну, скажем, ты спасешься. И что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Без Элая выживальщики никто. Без Элая ты никто. Тебе не кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже? Элай, брат. Трагедия следует за тобой по пятам. Если ты и правда хочешь спасти этих людей и стать героем, просто уйди. Так всем будет лучше. Не сопротивляйся. Просто сдайся. Ты выполнил свою функцию. Судьбу не остановить. Просто плоть. Приказ! Пригни! Да, смотри сюда! Наш грешник внизу!
тратит пули. Я люблю охотиться! Прикалкое недоразумение! Они все слабы. Мой брат всегда это предвидел. Не знаю, говорит ли он с Богом. Это не важно, ведь он прав. Человечество в очередной раз. Опасности. Неважно, чего мы смогли достичь. Всегда находим способ разрушить это. Вавилон, Рим. Империи растут, империи гибнут. Америка ничем не лучше. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую войну с терроризмом мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Мы прибыли по графику, ждали, пока кто-нибудь подтолкнет нас. И, о да, ты это сделал. Все случилось так, как он предсказывал. А ты даже не подозревал. Ты так ни хрена и не понял. Пока что будь осторожнее.
этап вашей жизни. Вас отобрали для особой, крайне важной миссии. Вы создатели нового Эдема. Похоже, пленников держат на самом нижнем уровне бункера. Если ты хочешь спасти Брута, начать надо с центра управления. В бункере все заперто, но если добраться до центра управления, можно будет открыть дверь, используя ключи Акова. Удачи! Вы создатели нового Эдема. Вы воины проекта. Я пошел! Это за Якова, ублюдок! Что? Может быть хуже всего на свете. Блокировка выходов. Шлюзы закрыты. Может быть хуже всего на свете. Нет, не слава. Отец все знает. Да что здесь такое творится? Сильным. И теперь они слабы. А слабых должна жертвовать. Яков, тебя с рук?
Мы пришли у Уайтейл разными путями, но всех нас вела потеря. Родные, друзья. Но Элай исцелял наши сердца. Показал нам, что мы можем положиться друг на друга. Он был моим другом. И я буду скучать. Ты ни при чем, он это знал. Элай считал, что нужно ждать. Держаться, пока сектанты не уйдут. Они не уйдут. Они не уйдут. Это опухоль. Она растет. Жрет нас. Вырежем ее. Да! Эти падлы верят, что близится конец света. Так и будет. Мы закроем врата Эдема. И не успокоимся, пока не перевешаем всех этих паскудных тварей на деревьях. Да! Да! Еще одна печать сломана. Моя семья, мои братья, сестра, их забрали у меня. Змей, притаившийся в саду. Я думал, что знаю планы Бога. Я ошибался. Я был слеп. Но сейчас я вижу. Ты забрал мою семью, и я заберу твою. Мы примем их в наши объятия. Так же, как примем тебя. Мы будем ждать тебя там, где все началось. Нигде не безопасно, но в логове шанс выжить выше. Предательство.
что нам теперь делать? Служить и защищать? Здесь? Всем плевать на это место, салага. Было бы иначе, сюда бы давно прислали нацгвардию. Никого не волнует, что тут творится. Мы сами за себя. Естественный отбор. Слабые и сильные. Ночь за городом — это хорошо. Слушай, помощник, кажется, больше тянуть кота за яйца не получится. Пора собраться с силами и отвудохать Иосифа Сида. Он ждет тебя в своей церкви.